Магаданской городской думе прошел конкурсный отбор кандидатов в мэры Магадана. Процедура определена уставом столицы Колымы. 27 заявок приняли от самых разных людей. Это были жители Магаданской области, а также других регионов нашей страны. 5 заявок не соответствовали правилам подачи документов. Один человек не смог прийти на конкурсный отбор. Сейчас претендовать на должность мэра Магадана может 21 соискатель. В своих выступлениях перед членами комиссии кандидаты озвучили свое видение проблем города, предложили пути и источники их решения. В конце выступления претенденты ответили на вопросы комиссии. Необходимо при рассмотрении города Магадана учитывать слабые стороны. То есть это одна из таких слабых сторон, как инфраструктура, транспортная. У нас не очень хорошая. Низкий уровень качественного жилья, предоставления жилья, почему у нас народ уезжает. Заработная плата не совсем такая, какая хотелось бы. Избирает будущего мэра Магаданская городская дума. Комиссия на конкурсном отборе только рейтингует и определяет всех участников, прослушивает и задает вопросы. Затем она дает свое заключение по кандидатурам. Количество лучших участников определяет комиссия. Они будут внесены на заседание думы 16 декабря. Там же примут решение о том, кто же из выдвинутых кандидатов станет мэром Магадана на следующие 5 лет. При выборе лучших участников комиссия опирается на определенные критерии. На основные критерии для нас это глубокое знание материала, умение конструктивно мыслить и, конечно же, опыт. Опыт очень важен, потому что у нас нет возможности экспериментировать на людях, учась ближайшие годы основам управления городом. Потому что очень серьезные ресурсы выделены сейчас и президентом, и федеральным центром на развитие Колымы, и прежде всего, конечно же, развитие столицы Магаданской области, города Магадана. Выделяются большие средства и на национальные проекты. Они охватывают дорожное и жилищное строительство, благоустройство дворов, создание инфраструктурных объектов. Человек, который будет назначен думой мэром, должен обладать достаточными знаниями, чтобы уметь плодотворно работать на территории муниципалитета и менять жизнь магаданцев к лучшему. Председатель комиссии отметил, что у кандидатов разная глубина знания муниципального хозяйства. Но, несмотря на все сложности, имя мэра Магадана мы узнаем уже в среду. Бесплатная юридическая консультация определенным категориям граждан. В Магаданской областной думе провели заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению в режиме ВКС. Депутаты приняли новый законопроект, согласно которому перечень категорий граждан, которые могут бесплатно обратиться за юрпомощью, расширится. Если говорить о расширении категорий граждан, для которых сегодня могут предоставляться спектр бесплатных юридических услуг, он тоже расширен. Мы говорим о такой категории граждан, как граждане, имеющие статус детей Великой Отечественной войны, это одинокие родители, это лица, освободившиеся из мест заключения, также беременные женщины, женщины, имеющие детей до 3 лет. Поэтому я надеюсь, что вот такой спектр категорий, безусловно, скажется положительно, и у всех будет возможность получить такую правовую консультацию. Еще одним важным вопросом на заседании стала предстоящая перепись населения. Комитет поддержал изменение сроков ее проведения. Она должна была состояться с 1 по 31 октября 2020 года. Однако из-за пандемии ее предложили перенести на 2021 год с 1 по 30 апреля, а подвести итоги планируют в октябре следующего года. Обеспечение автобусов трекерами для отслеживания транспорта в режиме реального времени. Этот вопрос обсудили на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам муниципальной собственности и инвестиционной политики. В ходе заседания изменили наименование мероприятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Магадан. Муниципалитет приобрел в собственность оборудование ГЛОНАСС. Это повысит уровень удобства для пассажиров. Те автобусы, которые были приобретены мэрией города Магадана и переданы в преференции для перевозчиков, будут оснащены данными приборами слежения безвозмездно для организаций, эксплуатирующих данные автобусы. Ну и в дальнейшем эти трекеры будут передаваться
на автобусы устанавливаться те, которые будут в дальнейшем передаваться, в том числе и перевозчикам, продаваться им, то есть они оснащены. Сделано это для того, чтобы свои обязательства муниципалитет выполнил. Стоимость указанного оборудования – 342 тысячи рублей. По словам Алексея Гаврилова, он надеется, что уже в следующем году можно будет увидеть, не выходя из дома, где движется автобус. Также на заседании депутатской комиссии обсудили нежилые помещения в Магадане. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год предложили внести изменения, исключив 4 позиции – нежилые помещения в поселке Сокол, а также по Гагарина и Пролетарской. Стоит ли делать 31 декабря рабочим днем? Этот вопрос в преддверии новогодних праздников волнует многих жителей Магаданской области. В этот день выпадает много хлопот по дому. По словам специалистов, многие руководители идут навстречу своим сотрудникам и отпускают их домой после обеда. Это даст возможность гражданам хорошо подготовиться к встрече Нового года. Учитывая пожелания наших избирателей, фракция ЛДПР в Государственной Думе внесла законопроект, чтобы на законодательном уровне объявить 31 декабря нерабочим днем. Однако парламентское большинство отклонило данный законопроект. В прошлом году 15 регионов нашей страны объявили 31 декабря нерабочим днем. Такое решение принимали руководители трудовых организаций самостоятельно. Опирались работодатели на предыдущий опыт предновогодней работы, на просьбы сотрудников и их пожелания, отмечают эксперты. Магаданское региональное отделение обратилось к руководству Магаданской области, губернатору Сергею Константиновичу, с просьбой о переносе 31 декабря, значит, на субботу 26 декабря, для того, чтобы люди могли в спокойной обстановке подготовиться к встрече всеми нашего любимого праздника Нового года. Такое решение позволит в спокойной обстановке закупить продукты, приобрести подарки родным и близким. Здесь стоит учесть, что мы работаем в условиях пандемии. Жителям необходимо соблюдать социальную дистанцию. На рынках и в магазинах не должно быть массового скопления людей, отметил Александр Лакин. Поэтому сотрудники фракции ЛДПР уверены, что руководство Магаданской области поддержит их инициативу. И 31 декабря станет для калмычан нерабочим днем. Сорок шесть лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 выявили на Колыме за последние сутки. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции за весь период выявили 6300 заболевших. Обследовали на наличие инфекции 110 994 человека. С выздоровления выписали 5648 колымчан. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. Также эксперты призывают при посещении мест с большим скоплением людей надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией. В социальных сетях активно обсуждали рост цен на продукты питания. По мнению интернет-пользователей, стоимость за те или иные товары возросла. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, устраивают ли их цены на продукты. Да, пойдет. Все отлично. Нет. А что самое дорогое, на ваш взгляд? Овощи. Самые дорогие. Колбасы, сыры. Не знаю. Прям не устраивает. Ну, в принципе, да. Нет, конечно, кого же не устраивает. А можете назвать, что может быть дорогое, самое дорогое? Ой, ну, мясо у нас дорогое, колбасы, естественно. Ну, что еще? Ну, молоко тоже значительно дорого, и творог, и молочные продукты дорогие. Помидоры. Разве ты возьмешь на свою пенсию хотя бы один помидор, если он стоит 800 рублей? Огурцы. Ну, это ужасно, конечно. Да. Цены на продукты? Нет, дороговато. А что именно дорогое? Может, можете пару пунктов перечислить? Ну, самое простое – мясо, я считаю, дорогое. У нас то же самое сахар, если взять. Я не готова отвечать на вопрос.